21, местное время 7:31, разница 1 час. Разница с Москвой. 4,2 метра. Поверните направо. Ладно. Повернем направо, налево. Как скажешь. Сегодня уже солнце в спину, это нормально. Поверните направо. Так, сейчас на заправку. Вчера устал вечером, но поверните налево. Заставил себя ждать 11 часов вечера. Поэтому и проснулся сегодня чуть позже обычного. Вчера это в 4, по-моему, утра. Пойду колдовать.
парковке. Thank you.
нормальное место, тихое, спокойное. Поздно лег спать, чтобы не вставать рано. Ну и встал, на мой взгляд, удачно, уже солнце зашло, освещенность. Главное, что съемка в светлое время. Температура 1,5 градуса тепла. Солнце уже созрел справа по ходу. Будет подсолнечное масло, я так думаю.
770 километров. Ну, с объездной выходим на Р-298, по-моему. Проехал бы немного, вот здесь можно было бы остановиться. Но там как бы перехватывающие. Поскольку терминал на заправке принимает только наличными, 1000 рублей, составил 21 литр, 50 минут, по-моему. Один день пути. Thank you.
54, значит, здесь 7:54, почти 8 часов утра. Какой день недели, не посмотрел. Thank you.
какая же это трасса? Thank you.
что делать с этими бликами, блин. Вроде бы все уже блестящее прикрыл. Светлое убрал.
совпадаешь с этим солнцем, когда лучше всего стартовать. Козырек не помогает, блин, от этого солнца. Когда не надо, оно жарит, блин. Thank you.
дороги очень хреново. Колея, гололед. Вообще. В принципе, на боковую камеру и снимать-то нечего. Только если в городе. Показывает, насколько неровная дорога. Пляшет то вверх, то вниз.